Добрейшее всем утро, а это утреннее взвешивание. Я уже, конечно, себе заспойлерил там все. И на весах мы увидели 93,3. Ну, телефон 200 грамм как раз. Сегодня я вот такой вот, вообще парнишка-худышка. 93 килограмма уже на весах. Я, конечно, в шоке просто. Какая-то power! Идем дальше. Куда мы, блин, идем? Я в шоке с погоды в Санкт-Петербурге. Я проснулся утром, посмотрел прогноз погоды, 12 градусов. Я просто, конечно, еще не до конца выздоровел. И надел свою самую теплую осеннюю куртку, самый теплый спортивный костюм. А как бы тут солнце печет, жесть. Мне уже, конечно, жарко, но... Днем обещают вообще до плюс 25. Откуда вот эти перепады от 12 до плюс 25? Короче, план такой. Вчера, например, мне не удалось проснуться пораньше и пойти перед работой погулять, потому что я проснулся в 7 утра, и оказалось, в 7 утра я должен работать. Я вот что-то совсем мне это вылетело из головы, поэтому сегодня я уже проснулся, я уже на прогулке. План на сегодня такой. 3 часа минимум походить. Это сейчас, это в обед. И это после работы. Вот. Также напомню, что вчера я создал группу в Пейсере. Для меня это совершенно новая система, честно говоря. Вот. Но присоединяйтесь. Будем там выполнять с вами шаги, потому что я в планах вас всех перешагать. И мне, конечно, не хочется это представлять, но скоро будет еще холоднее. Будет еще морозотней на улице находиться. Вот. И если кто-то из вас... предыдущие зимы ходил, нахаживал свои шаги. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, потому что я, честно говоря, сложно это представляю. Если кто не в курсе, у меня на YouTube-канале есть еще и шорты, где год назад я начал выкладывать ролики, вот, собственно, откуда и пришла вся аудитория, поэтому обязательно посмотрите. В том году я тоже ходил, но я помню, что я начал гораздо меньше ходить, когда было уже ближе к декабрю, то есть... До ноября у нас точно шансы есть на полет нормальный. А вот дальше, мне кажется, я могу дать заднюю. Но так как у меня есть цель, постараюсь этого не сделать. И напомню вам еще, что у меня есть свой телеграм-канал, где прекрасная у нас комьюнити с прекрасным чатом, прекрасными людьми. Вот. И я, честно говоря, загружаю каждый раз ролик на YouTube, сталкиваюсь с замедлением, с какими-то проблемами, постоянно отваливается goodbye DPI. Поэтому, чтобы не теряться, на всякий случай, если вам не так столь интересен Telegram, да, и следить за мной, все равно подпишитесь, чтобы на всякий, ну, могли найти друг друга. План по утренним шагам перевыполнен. Я просто пошел с целью пройти 6 тысяч шагов. Но увидел, что в Пейсере ребята меня догоняют, и решил от них оторваться. Так что у меня на текущий момент уже 10 тысяч пройдено. Сейчас через пару минут возвращаюсь домой и сажусь на 12-часовой рабочий день. А там уже в процессе буду решать как-то остальные шаги. Вот и настало время первого приема пищи. Я, честно говоря, заработался, и поэтому я пропустил завтрак. И у меня сейчас бранч. Это когда обед и ланч вместе, плотный прием пищи, плотный, поэтому сегодня только на вечер у меня остается протеиновый коктейль. Вот, давайте перейдем, собственно, к завтраку. У меня здесь получается салат, соус бургер, майонезный соус, ветчина, здесь листья айсберга, помидоры, огурцы, зелень. Здесь два яйца, два хлеба, рикотта, красная рыба. Здесь греча, внизу там еще курица, здесь грибной соус. И вот такой вот пудинг. Еще была вот эта вот тарталетка, но я от нее отказываюсь, я ее сейчас уберу. Потому что я вспомнил, что когда я все считал, я не посчитал яйца. И поэтому я еще и без тарталетки остался. Честно, я так объелся, что кажется, что сейчас просто лопну. У меня так набито брюхо. Прям аж ходить и дышать тяжело. Вот. А сейчас вышел на обеде на прогулку. Полчаса буквально есть. Тудым-сюдым до магазина сходить. Вот. Весь день плотно работал. Что ж, поздно поел. Первый прием пищи был 4:30. И ребята в Пейсере. Я вообще в шоке, на самом деле. Там почти 30 человек уже. Вот. И сегодня утром я держал лидерские позиции, но уже ребята набирают под 18-16 тысяч шагов. Я не хочу от них отставать, поэтому я иду на своем обеде дальше шагать. Настроение вообще, на самом деле, просто сказать, что я больше никогда не буду есть.
Мне что-то прям совсем уж плохо, что-то не рассчитал. Я привык, конечно, к большим утренним приемам пищи. Но тут прям, видимо, еще был перебор по овощам. Просто чан овощей, гречу, яйца, два бутерброда. Ну и хлеба я, кстати, столько тоже не ем обычно. Короче, вообще тяжело. Совершенно не получается сегодня во время рабочего дня встать и походить. Я сейчас возвращаюсь с обеда и, конечно, попробую это сделать, эту практику. Но, честно говоря, во время работы это прям вообще не то. Об этом не вспоминаешь, не думаешь. Думаю, может быть, попробовать какую-то систему напоминаний, либо таймер завести каждый час. В общем, короче, что-то надо с этим придумать. Выбрался на вечернюю прогулку, и, честно говоря, я в шоке с ребят, которые в пейсере уже практически по 30 тысяч шагов набрали. Это, конечно, мотивирует меня. У меня нет цели перебить всех там по шагам, перешагать, но хочется сегодня все-таки занять первое место в первый же день запуска этого пейсера. Поэтому в планах добить больше, чем 30 тысяч, чтобы их всех точно перегнать. Вот. Единственное, что еще хочу сказать, что после того, как я пообедал, у меня до сих пор тяжесть в животе. Настолько огромная порция была, что прям я не голоден. Наверное, есть такой некий психологический голод. Я думаю насчет протеинового коктейля. Пока я вообще вот понимаю, что физически я не голоден, есть не хочу. Возможно, когда вернусь через 2 часа домой после прогулки, я проголодаюсь, и тогда я его выпью. Но тогда вы об этом узнаете точно в этом блоге. Вообще, сегодня день довольно-таки продуктивный. Утром я очень много прогуливался, в обед удалось прогуляться. Совсем немного, но по квартире еще немножко прогулялся. Вот. И на вечернюю прогулку тоже выдвинулся. Сейчас планирую нагулять 12 тысяч шагов. Это какой-то трэш. 35 тысяч шагов на первом месте сейчас у товарища Храмова. Один вопрос. Зачем вам столько шагов? Ну, типа, остановитесь. Время 22:40. Я сделал вот перерыв вот ровно на этот разговор для того, чтобы попить еще колы. И я планирую догнать, я планирую занять первое место. Дайте мне это первое место. Зачем вы заставляете вот этого толстяка ходить, колени там ломать? Просто отдайте мне первое место и все. Этот ваш пейсер и меня с ума сведет, мне кажется. Я же не смогу это вообще терпеть. Кошмар. Я вот на небольшой передышке, честно говоря, я в шоке. Просто в шоке. Ребят, кто еще не с нами, присоединяйтесь в телеграм-канал, присоединяйтесь в пейсер. Все ссылки будут в описании. Я честно скажу, ну нафиг ваш этот пейсер. Ой, товарищ Храмов прошел практически 37 тысяч шагов и занял первое место в пейсере. Но я не мог этого позволить, и я перебил те данные, которые были у него, и сделал больше на 30 шагов. Я сейчас сижу, у меня просто гудят ноги. Я думаю, по мне видно, что я просто насквозь мокрый. О, я даже не знаю, как теперь идти до дома, честно говоря. Я понимаю, что это нездоровая идея, я не делаю так каждый день, но здесь просто пошел какой-то азарт, а я падки на зависимости. Я не мог остановиться, я хотел победить, но все зависит от данных, которые были добавлены в пейсер. Поэтому если товарищ Храмов после меня ходил еще до 12, то он победил. Я победил только в том, что я просто превозмог себя, сделал это. Это, конечно, непередаваемое ощущение. Я все это время шел, я вообще ни о чем не думал. Я только думал о том, как идти быстрее. А быстрее я идти не мог, потому что чисто физически я был уже на пределе. И я понимал с каждым шагом, что мой шаг замедляется, что я медленнее, я вот перебарывал себя. И вот это ощущение, я сижу вообще без сил, сижу на скамейке, у меня даже рука, честно говоря, уже просто не может держать телефон. Ну, я так кайфую от этого состояния. Я просто, ну, вообще, посмотрите, я весь насквозь мокрый, я уже разделся просто, ой, мне пот в глаза льет. О, все, давайте на этом заканчивать. Я надеюсь, что завтра отеков не будет. Надеюсь, что завтра будет меньше 93, а я уже ничего не вижу. Всем доброй ночи, доброго утра.